Тамаринд – плод тамариндового дерева, похожий на бобы. Тамаринд имеет легкий кисловатый вкус и по праву считается одним из сокровищ Востока. Его мякоть широко используется в восточной кухне как подкислитель, она содержит большое количество винной кислоты. Вкус у тамаринда освежающий, фруктовый, без какой-либо горечи. Паста из тамаринда широко используется в тайской и индийской кухнях. С помощью нее готовят различные острокислые супы, карри, соусы, чатни и множество других блюд. Заменить тамариндовую пасту невозможно, его вкус нельзя сравнить ни с чем. Тамаринд и паста из тамаринда – популярный продукт среди любителей восточной кухни. Наиболее популярное блюдо из пасты тамаринда – это тайское кушанье пад тай. Тамаринд прекрасно сочетается с бараниной. Состав – тамаринд и вода. Вес – 400 грамм.